школах, потому что у них минус один. Люди не могут кушать бычков, потому что в томате они. Люди не могут пить одни, собираются трое, идут в магазин. Сори, мама, тут вступает грузин. Почесать себе спину и локоть куснуть, и не могу глаз себе натянуть. Обернитесь, дотянитесь, накуритесь, а потом отдубритесь. Больше умных мыслей нет. Переходим на куплет, отвяжитесь на сне. Люди не могут скакать на коне, потому что они натерли вот здесь. Люди не могут пукать во сне, у любимых от этого стресс. Люди не могут писать в трусах, потому что трусов уже кто-то есть. Сори, люди, это Григорий Лепс. Укрупнитесь, порамтесь, наезжайте, а теперь отодвиньтесь. Кто придумал этот бред и зачем такой дух?